Раз мы им за мои господа, сегодня мы делаем видео обзор на заёвку А3. И ходим на полигон, пока уволим, хорошо мы его соединём. Видите? Нет моего ультрикона, а еще и флан. Ну давайте посмотрим, как он на полигоне. Раз, два, и три. Четырех выстрелов. На средней дистанции. Раз, два, три, четыре, пять. Пять выстрелов. И на дальней. Раз, два. И 4, 5, 6, 7 выстрелов. Ну что ж, неплохо. Две мотка с Астрой нашли. Сейчас патрон. Так, вообще смысл. Ну а теперь я остановлю на паузу. И а пока найдем подходящую комнату, я вам включу. Ну вот, мы загрузились. Опять лазим. Опа! Ну что я нахуй? На. Видите, у меня почему-то вылеты. Да, новый полку появился. Также вышло обновление. А можно АА-12 я делать не буду. Потому что все знают, что это самая дурацкая пушка. Это не что. Поэтому обзор делать такую фигню я не буду. Ах, снайпер. Ну, видите, я спокойно не напрягаюсь. Мне с ударами были заметны. Хотя у моих соперников уже не как бы не стандарт. У меня стандарт. Да. Вот видите, о, заходит, о, а 12. Будет на пушке, дамага нету. Также в недавнем дополнении похитили МПСИ. О, все, не очень сожалею. Теперь я буду сделать видеообзор на АУ. Вот. Я, конечно, я поднял, чтобы показать, как выглядит АА-12. Кто не видел? Вот. Такая нуба пушка. У неё ставится, я не знаю. Шал не ставится, ну. Значит, пуха фиговая, видите, замаза нету. Что-то выстрелил. Тоже перезажёвка. Значит, пуха, ну, ставим. У меня её нету, что набрала. Что на альфе.
Мы сейчас не про Агни наши, а на заёвку от Априлы. Опять же. Ёмахи большие! О! Это Каща! Агни наш, мы видели, что облако нужно. Там же перезаряд, маленькая, ой, долгая. И защитные снежки не могут. Как же я ненавижу Герал. Потому что меня набрало после пола, мне я этим радуюсь. Выбил Герал, который я сниму обзор. И хожу. У него уже более ощущенный бронежилет, может там А у меня обычный бронежилет. Поэтому у меня... О, холодильник. О, я упал! Давай, давай, давай! Йоу, йоу. Ох, успел. Ну, теперь 7 на 7, 4 на 7, 9 идем. Сразу, может, меня не тащу. Опа. Да. Мне уже плохо, и мне уже можно уже.